я тут. Не советую. Ужас. Бьёни. Плохой, нет, это не будет. Это ужасно. На ну, как было прикольно. Сгущёнка говорили. Обрывы, они буквально на 10 метрах, не толкаться и туда вниз не заглядывать. И вот так какая. И далее, там в дальнем плане, это мыс Айтадо. Это ваш пикарь. Вас больше всего будет наш маршрут, да? Мы... А затем, главное, поднимаемся вверх. Пока фотографируйте. Самолетик. Вот два самолета. Когда-то просто откололся, еще и сполз. Она просто сползла от тела. Хронометр сползла. Там я просто тонкий отслаивается, падает и рухается. Для мрамора формула то же самое, но для мрамора не хватило то ли температуры, то ли давления. Ваши ноги. Ноги. А это для... Как на седьмом. А это лишайники. Лишайники. Думал, а вот под деревом, видите, кустик? Это пион лесной. Да, деревья тут очень интересные. Да, тут большой камень Торы, когда он скатился вниз. Вот тот камень, который раздробили внизу, он Торы, когда-то. А здесь даже нарисована карта под ориентирование на эти склоны. Это мыс Сарич. Но там, как бы ни говорили, что это заповедник, это, точнее, заказник, но там немножко уже ближе к нам по берегу начинается вести строительство. Вот видишь, мы еще... Да. Тут беленький. Там, где отдыхают депутаты, министры и все остальные. Правее, видите, много темного. Как же называется этот зверь? Ну, похоже, какая-то странная многоножка, да. Но как ее назвать? Кто? Она пытается лететь. Это чудо природы. Она ползает. Пойдем.
какие бабки здесь не помещали? Не страшно, Артур? Просто пострашновато. Давайте фото. Вот быть альпинистом классно. Будет ветер с моря, особенно если. Хотя... Будет классно. Ничего, что будет тут открыто получаться и голова тут? Ну, вы шапочки наденете. А что головой туда? А сюда, сюда что ли? Вот это справляюсь. Да. Работает. Я в любом случае в шапке спать. Все-таки человек. Такие, знаешь, металл, он как будто вот долго во рту металл. Верно, что он такой вот? О, господи. Да, вот так вот примерно. А дальше, дальше. Вот так. О, да. Вот так, а, видели? В общем, называется полупендриваться же надо. Вот так. А. Не, ну это пытки. У меня будет закрытый глаза. Точно, комната пыток, однозначно. Почему все молчат? Потому что дым всем в глаза, и все ем, после такого тяжелого дня, когда ем, и глухи нет. Маша сказала, когда мы ем, мои глаза дым не переносят вообще. Стучат. Она так равномерно отошла, когда я начал. Слава Богу. Палатки были там. Я песни прослушал. Там другая песня. Ну, тут как надо собрать вот ничего. Это что такое? Да, брось. Ну, у меня здесь всегда проблема. Вот, спешишь его собрать? А? С чем? Легко собирать. Ну, ты не знаешь, как он хорошо не влазит туда, куда он должен влазить. Доброе утро. Так не снимать. Так не снимать. Коля. Приятного аппетита! Как дела? Нормально. Ну, говорил с мыпки. Давай иди, как дыхание хватает, потом ты разгонишь, и будет нормально. Ну как вам шлось? Тяжеловато, особенно подъем. По равнине хорошо, а подъем тяжеловато. Смотри, какой шторм. Ага. Прикольно. Смотрите, ко мной картинки, там вид птичьего полета. Именно, чтобы мы были в воде. Будет. Да. Yes. Утенцу. Просто для того, чтобы создать карту. Создают как бы базовые точки. Триангуляция. Правее. Видно триагунт. Видно. Видно. Такой же триагунт видно вон. На вершине. Вот это мы до сих пор пользуемся. Система, Балтийская система ИСО 1942 года. Это мы с Сарой. Но автобус у нас был наверху. Вот две скалы, которые как бы выделяются. Левее всего, южнее всего. Так? Самые далекие? Нет, ближе, которые на две. А дальше за ними, над ними скала, которая покрыта лесом, как ступенька сползла. То есть туда мы ходили пешком.
это раз. Второе, что здесь множество родников, которые загнаны в трубу, и вода идет четко на какой-то кондиционер. Идет чистая родниковая вода, то есть не требует ни очистки. То есть, ну, идет какой-то отстой, чтобы крупные механические частицы. Вот под самой скалой. Это та дорога, которая проходит через Байдарские ворота. А почему она прям вот под дорогой? Ну так строили. Новая дорога, которую видно, это, в принципе, проект, который разрабатывался почти 100 лет назад. Был такой писатель Гарри Михайловский. То же самое, что и здесь, я не знаю. А сколько всего в Крыму пещер? Около 1000. Известно. Официально это известно, который имеет как бы условно свои названия. На ней стоит номер. А, вон краска, смотрите. А, это старая маркировка. Тоже пещера. Основа составляет кальций. Та вода, которая есть. Даже просто есть в воздухе. В воздухе есть углекислый газ. Углекислота растворяет известняк. Под низом, вот под низом где карьер, высота примерно, если верить карте, и верить в данном случае нельзя, то высота где-то 600 метров на уровне обрывов. Денис, вылазь. Как тебе спалось? Вау, даже хорошо. Это если бы Денис еще не мешал, было бы лучше. А в чем проявлялось то, что Денис тебе мешал? Ну это вообще такое. Денис там храпел. Да, неправда. Так что я его всю ночь под бок пинал. Ярик, как спалось? Очень холодно. Вы знаете, что замерзла вода в котелке? Да. Не слышал, шапка есть. Вкусно? Да. А вы, может, человек пьет? Пошел на хорошо. Наплевать. Самое удивительное, попробовала бы мама, наверное, всех дома накормить овсянкой. Половину тоже. Я ем все сама. Я ем все. Я тоже ем все. Немножко правильно делают, но... Проходит правильно. Это мне делали то, что я делаю. Ну, бах, просто. Это... Откуда ты подъедешь? Ты должен идти всем, следить за последним. Вот такой, идти быстрее. Потому что кинетическая энергия передана в центр, и на кручение энергии не тратится. Ну да. Ну да, а почему она бесполезна? Ну потому что тот шар скользит, а этот шар крутится. Не у меня. Не зайти сидя такой. Чья вода осталась, ребятки? Когда поход идет отряд, никак не усидеть нам дома. Но в кого? Дать не повод.
И вправо уходим на бровочку. До самого основания. Что мы видим ближе? Видишь шоссе, главное шоссе, идет прямо как бы прямо на нас, потом поворачиваем в какую-то сторону. Это то место, куда мы, в принципе, должны сегодня выйти. Вот видно домики с красной крышей. Да. Там мы выйдем из всего. Ярик, твои впечатления? Очень тяжело, ноги болят от спуска. Как тебе спуск? Тяжело, сильно скользко. Влад, как дела? Ух, хорошо. Что больше всего запоминается? Ну так, чьи-то ноги и камни. Это обычное явление пока что. Ты больше здесь на каждый камень становишься и тут же вниз едешь. Довольно неприятные ощущения. Саша, настроение как? Пока все замечательно, вниз, но все-таки легче намного, чем вверх. Только плечи болят. А идти нормально. Михаил Иванович, как они себя ведут? Как замечательно. Гораздо лучше, чем они от себя ожидали. Бывало и хуже. А ваза она пересохшая, да? Эх. Это математики тормозации. Не могу. Он у меня не подъем. Глёк, может, ты сядешь вот туда? Сделаем так. Ну, садись, забери хлеб и садись. Так, я не понял. Вот какие, да. Ты смотри. Как у меня видно? Или тут на забор залазил? Это фотка. Видно будет. Когда мы уезжаем? Сегодня. На 17? Сегодня уедем. Я не могу.
Вы не успели, сейчас вы не успели. Так, так, им не надо сыпать уже, они опоздали. Да, если вам достанется добавка какой-то. Ты же завтра его оставить. Куда? Сейчас неудобно, сейчас. О, смотри. Руки прочь. То есть наш маршрут. Я пока. Подходите сюда, я покажу наш маршрут, что вам. А немножко дальше я вам покажу, если выйдем карту. Вот по тому гринию мы поднимемся наверх. В просвете что-то мелькает. Мы оказываемся там. Это верш... Дальше есть возможные варианты. Я на руки вот так вот пересекли. Вот это просто. Ну как вообще там? Горбия, руками не могу, а там. Это не марафон. Компьютерный клуб есть такой. А, так это название. Ну как водичка? Да я только подошел. Холодная. Камни скользят из-под ног, ноги подкашиваются, конца еще совсем не предвидится. Однако уж второй привал и дороги, более всего напоминающая график функции синус единицы на х, постепенно превращается в единица на синус х. 500 метров. Вот по этой дороге, вот эта дорога. Мы вышли вот на эту поляну. Это мы здесь. Отдых сейчас. Потом вот так выходим, поднимаемся на вершину, любуемся крымскими пейзажами. Слово «любуемся» может оказаться в кавычках, закроют облака. Идем на вершину Эклезибурун, 1527. Спускаемся вниз, вот здесь будет обед. Разломы. И вот одно из таких мест, кто-то думал, что он прошел от Господа Бога, от Адама и Евы. Вот последняя статья, под Четвертагом находится большой космопорт. Так, это... Снимите. Где? Сзади, сзади на камеру. Тысяча 1527 метров. Кто это у нас умирает? Да. Я. Я отсюда пропадаю. Это как ветер подует. Вот, вот, волосы покрывают инеем. Ух ты, модно. Сами свой? Внизу Ника. Знаете, что такое Ника? А здесь, честно, я пытался прочитать, но не прочитал. Отряд ежиков в полном составе в пустилке. В тумане. Ежики в тумане. Четыре варианта.
Дима, сведи вниз наверх там. Наверное, зря. Так что, ты Дима, пошли обратно. Посередине немного есть как бы выступ. Это вот засох. Это вот. Путешествие пещеры занимало 2 дня. То есть перед и сидро повесил, на лошадях поднимались. Что это за косточка такая? Ну не знаю, валяла здесь бедренная, наверное. А ну поверни ее. Да. Новоявленный археолог. Не смеши меня. Пещерные люди выходят. Ну как там было, Денис? Прикольно. Не страшно? Нет, грязно. Лучше сюда. Время тихое. Давайте так. Мы сейчас спускаемся. Вот здесь вот первый кусок спускаемся. Вот как останавливается. Даже без сценарика, без ничего. Дальше вы становитесь как бы по двое и идем. Вот, спуск. Дальше будет по ровному. Так, спускайтесь, спускайтесь. А где у нас тут нет? Я ему объясняю, что он живет. Это профиль тысячелетия. Это сцены. Вот глянь. Вот он... Осветите фонарь. Это да, пускай, что это прорыв, это надо. Это прорыв. Участок красивый. Женские фигуры. А, да. Рядом фабрик. А что там? Стрелка вот здесь. Вот этот кусок камня, видите? Он когда был выше, он скололся и просто сполз вниз. Эта фигурка, может быть, птичка Феникс сложила крылья, да? Вроде какого-то Деда Мороза. Не, ну, здесь кто во что гораст? Мешка фантазии. Вася, выходи. Жора, выходи. Жечь его. Выкрим его оттуда. Дня, полетим. Ну что, попрощайся с ними. Ну что, вы, конечно, были хорошие, но, к сожалению, вы не выдержали этого похода. Ну сейчас мы все отсюда убежим, это же резина. Сейчас мы узнаем, что вы сделали. Ребята. Сегодня 4 мая 2006 года. Пап, не хотел бы понести вот эту штуку? Нет. Какой? Я знаю, что было. Я все время говорил, мол, тебе пару доставать. Ну, я выйду, да.